Я решил не затягивать, и поэтому данная 7-я серия становится финалом. Это один из самых сложных и напряженных для меня финалов, потому буду благодарен, если вы отгрузите сюда 10 тысяч лайков. Ну и если вы не видели прошлых серий, то в описании есть плейлист, там все серии этого прохождения. Предупрежу сразу, чистого неба и Зова Припяти не будет, потому что в этом просто нет смысла. Второй сезон в ТЧ нужен был, чтобы пройти на истинную концовку, так как в первом прохождении я прошел на ложную. В чистом небе же одна концовка, и я дошел до нее. В Зове Припяти я прошел с тайниками на самую лучшую концовку. Я думаю, тут есть новые зрители, которые не видели этих прохождений год назад, поэтому ссылку на них я тоже оставлю в описании. Ну а я по традиции желаю приятного аппетита всем, кто ест, пьет, а также приятного просмотра. Интересный факт. Я за все время на радаре не одел даже комбез Севу, хотя я собирался ее использовать на радаре, но в принципе ладно. Возможно, это даже к лучшему, потому что мой комбез наемник еще не сильно износился, и я думаю, в Припяти я одену Севу, то есть экзоскелет я сразу не буду одевать, когда найду его в тайнике клыка. Я сначала его пронесу с собой в саркофаге, вот я уже думаю, мы оденем экзач клыка. Ну, либо если Сева будет в идеальном состоянии, то побегаем Севе. Ну, короче, Севу мы дропнем тогда и заменим на экзач, когда у нее, собственно, будет мало прочности, и она будет давать мало защиты. Поэтому, возможно, даже к лучшему, что я сохранил Севу, потому что на радаре я получал знатно звездюлей. Тут что-то одиночки под обстрел попали. Так, ладно, в общем-то, тут у нас сражаются долг и свобода. И давайте сейчас их залутаем. Может быть, какие-то тайники выпадут. Вот уже один выпал. Рюкзак со снаряжением. И, видимо, это не здесь и не в Припяти. Понятно? Это вообще вот здесь. Но на склады я уже возвращаться не собираюсь. Мне лежит дорога только вперед. Поэтому буду рад, если выпадут тайники на ЧС или... Нет, на ЧС, по-моему, тайников нету. В Припяти. Вот в Припяти есть тайники. Так, там еще монолитовцы, короче, подпердывают. Я не знаю, почему на них никто не обращает внимания. По-моему, они имеют куда большее значение, чем ваша вонючая война. Попробую сейчас с Волкера что-нибудь сделать. Не знаю, я даже не знаю, долетают ли пули. Так, пожалуйста, не стреляйте в меня. Но вот одиночки умные, они, видите, они с монолитом воюют. Красавчики, надеюсь, вы победите. Не, по-моему, мои пули даже не долетают. О, выпал тайник, рюкзак разведчика. Так, это не на радаре и не в Припяти, понятно. Но на ЧС тайников нету. Все со складов падает. Нет, не все, подожди. Я не знаю, что такое рюкзак разведчика. Ладно. Так, ой, прям за моей спиной убили свободовца. Но долг, видимо, в этой битве победит. Я фиг знает. Тут от свободы почти ничего не осталось. Один свободовец остался. А, и то он раненый, понятно. Но аптечку ему давать не буду, потому что у меня всего 3 аптечки, они мне самому нужны. Так, ребятки, давайте вы будете попускать монолит, а не херней страдать. Да, я со своим волкером чувствую себя здесь, не знаю, лишним. А, все, убили чувака. Ребзи, ну давайте, против кого вы там воюете еще, я не понял. Кто там сзади нападает? Зомбированные, серьезно? Ну, с зомбированными я могу помочь, а вот с монолитом давайте, пожалуйста, вы разберетесь. Потому что мои ресурсы слишком ограничены. Что это тут за нашествие зомби, вы посмотрите. Я буду как Круглов. Ура, я ранен. Так, я добиваю зомби, готов. Все, надеюсь. Ну, кстати, зомби тоже имеет смысл обыскивать на наличие тайников. Хотя шанс дропа тайников с них очень мал. Но вот, тем не менее, что-то выпало только что. И еще один выпал, вот это повезло. Так, ой, кто где, я не слышу. Точнее, я слышу, но не вижу. Вот кто-то прям вот тут вот шумит. Так, ну ты понятно, ты дурик. А где еще один? В елках, что ли? Или под елкой? Не знаю, прям... Во-во-во, лежит. Так, давай, успокойся. Блин, слушай, а чё с зомби так резко тайники начали дропаться? Боже мой, сколько тайников. Спасибо, сейчас чекну, где они все. Так, все, вроде всех зомби обыскал. И вот тут еще, по-моему, одиночка отъехал. А, нет, это ученый. Подожди, и выпал тайник. А, слушай, я же на локацию перезашел. Может, с ученых что-то и дропнется. Ну, с одного дропнулось. С остальных что-то как хз. Вот тут долговец мертвый. Что тут еще? А, ну это я уже лутал. Долговцу я не помогу, потому что у меня аптечки нету. Все, смотри, пацаны уже с пистолетами пошли добивать, видимо, раненых монолитовцев. Да, красавцы. Монолит здесь попущен. Супер. Проход свободен. Но с монолитовцев тайники, по-моему, не дропаются от слова совсем. Вот их реально нет смысла обыскивать, как я понял. Да, это печально. Так, а вот тут у нас монолитовцы сидят. А, они все загрелись и умерли, понял. Ну что ж, это супер. Так, давайте смотреть, что нам понавыпадало. Собственно, на радаре нам ничего не выпало. На армейских складах тоже, на удивление, может, в Припяти. Ага, хрена с два. В Припяти мне ничего не выпало. На каких-то, короче, рандомных локах мне попадало. Дали тайники, которые мне совершенно не нужны. Ну что ж, ладно, отправляемся в Припять. Вообще не знаю, как себя сейчас вести в Припяти, спидоранить или нет, потому что Припять очень опасная локация, а у меня ресурсов, опять же, очень мало. Город кишит монолитовцами и прочей нечистью. Поэтому смотреть в оба и прикрывать друг друга. Все. Проверяйте стволы и выдвигаемся вперед по аллее. Готовность 15 секунд. Ты, наверное, меченый? Мне о тебе говорил бармен. Давай пробиваться вместе. Вперед. Блин, я бы с радостью, пацаны, но что-то хз, по-моему, от моего волкера проблем будет больше, чем пользы. Давайте вы будете снимать тех, кто в окнах, а я буду вот тут по бокам бегать и убивать монолитовцев. Но я надеюсь, то, что наш план сработает, а иначе меня тут просто уничтожат. Я не хочу тратить аптечки вообще.
Вот это польза от Волкера, пацаны. Вот это я понимаю. Так, надо было, кстати, севу одеть, я что-то забыл. Давайте одеваем севу, это дропаем. Все, теперь у нас пулестойкость 45. Я думаю, это что-то должно решить. Блин, как бы мне вырубить тут монолитовца? Готов. Ой, чел, ты что делаешь? Так. Уж я до тебя доберусь. Да что ты. Так, ребят, давайте работайте по тем, кто в окнах и крышах. Блин, там он кто-то стреляет. Не знаю, спидоранить, мне кажется, не получится. Но, короче, мне нужно побольше трупов в Припяти залутать, чтобы выбить припятские тайники. Чисто, ага, красавчик. О, пацан там, смотри, полетел. Понимаю. Да, с Волкером вообще неуютно себя чувствую в Припяти. Мне нужно, наверное, будет пробежаться по левой стороне, потому что там будут свободовцы и там будут мертвые военные. Это плюс шанс захватить тайники. Но сейчас давайте попробуем, короче, вот тут вот. Я смогу тут пройти? Так, возможно, я смогу здесь пройти. А, нет, тут невидимая стенка, понятно. Пока рано. Пока будем двигаться со сталкерами тогда. Вот там, налево я смогу, наверное, завернуть. В укрытие, а не в окнах, понимаю. А мне сюда. Все, давайте, пока, пацаны. С вами было приятно воевать, но у меня тут как бы свои приколы. Спасибо, братья, давайте вам тоже. Собственно, сворачиваю сюда, это более-менее безопасный путь, тут, видите, никого нету. И где-то здесь должны быть мертвые военные, а еще вот свободовцы. Так, ага, Берилл, слушайте, тут валяется на халяву. Я, кстати, не помню о нем ничего. О, а тут уже военные, вон они побежали. Так, и тут свободовцы, блин. Надо, короче, следить за военными, они, по-моему, все в аномалии умирают, кстати. Поэтому если... А, все, смотри, началась война между свободой и военными. Сейчас попробуем поддержать свободу. Я искренне надеюсь, что я вношу пользу своим волкером, но, по-моему, это больше похоже на какой-то миф. Мужик, ты чего? Вообще, что ли? Так, чекаем. Не выпало ничего. Печально. Так, там чел. Свободовцев, кстати, гасят, мне кажется. Это плохо. У меня, в принципе, есть небольшая идея. Как перезарядка? Блин, не выпало ничего. Обидно очень. Окей, ныкаюсь за машинами. Хоть тут и фонит, но вроде... О, там кто-то с РПГ жахнул. Артефакты держат вполне. Так, что-то я не вижу трупов. Военные все, что ли? Нет, военные еще живы. А где война идет? А, вот война идет. Ку. Вижу военного. Ой-ой-ой-ой. Заклинил Волкер. Так, где тут трупешник? Тут же был труп только что. Или мне кажется? Мужики, вы в курсе, у вас тут сзади мужик? Нет, с военных ничего не дропнулось, к сожалению. А свободовцев не убили. Хотя вот там я сейчас вижу какой-то труп, возможно, это свободовец. Если я, конечно, сейчас до него доберусь. Я надеюсь, что я доберусь. Хотя хрен знает еще, где он помер, конечно. Внутри, что ли? Ну, судя по всему, да, так. Тут свободовец сражается с монолитовцами. Не знаю, вроде я внес какой... О, у меня свобода друзьями стала. А за что? Ладно. Тут, кстати, еще два трупа я вижу на карте. Как бы мне тоже до них добраться, а? Так, ну это монолитовец, монолитовцы меня не интересуют. Вот бы свободовец какой-нибудь помер. Не то чтобы я хочу, чтобы сдохла свобода, но просто тайники мне нужны, понимаете? Ничего личного, чисто тайники. Так, смотри, теневой свободы только что был. Ребзи, давайте вы будете поактивнее воевать. Готов. Не знаю, может быть, есть смысл лутать монолитовцев в Припяти. Возможно, дропаются тайники, но, знаете, что-то очень слабо верится в это. Да не дропается ни хера с монолита. Подумайте логически, зачем монолиту делать тайники. Ну, свободовцы еще все живы. Я не знаю, сколько их там, трое, четверо, но я вижу троих. Может, еще где-то четвертый есть, но я его не вижу. Так, монолитовец, не буду мешать. Опа, 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 опа. Бежим. Так, блин, я что-то вообще иду не там, где надо, потому что, во-первых, я уже прозевал хабар клыка. Мне нужно будет за ней сейчас вернуться. Во-вторых, ну сейчас сквозь здание попробуем пробиваться. Во-вторых, мне нужно за декодером сходить. Готов. Оу! Оу, тише. Мужик, умри. Блин, не знаю, есть смысл хилиться или лучше отгрузиться. Ну, допустим, я сейчас пробегу. Не, давай захилимся, окей. Все не так уж и плохо. Главное сейчас урон не получить, пока мы бежим к декодеру. Так, здравствуйте всем. Мужик, я свой, не стреляй. Это что тут за лабиринты? Оу, тише. Блин, как опасно. Да умри, пожалуйста. Мне приходится вот так по ним спамить, потому что меткими выстрелами ничего не получается. Так. Челы, где второй этаж? О, все, до связи. Все, сейчас я буду более-менее в безопасности. Где дверь? Вот она. Фух, все, пошли нафиг. Собственно, ну мы тут забираем обязательно документы и забираем декодер. Вот это я бы, к счастью, с удовольствием забрал, но, к несчастью, не могу. Ну и тут лутать, в принципе, нечего. Все, валим. Так, декодер забрали. Теперь нужно забрать хабар клыка. Вот это будет намного сложнее, потому что хабар клыка там... Ну, я не знаю, под перекрестным огнем находится каким-нибудь. Так, воу, чел, пока он тупит, его можно убить. Я это и сделал, тихо. Все, я в окно, давайте, пока. Опа, нормалды. Хорошо, валим отсюда. Сейчас по мне с гавусовки будут вдаривать, я уверен. Но моя цель одна, добежать до хабара клыка и забрать экзач. Так, по мне уже шмаляют монолитовцы. Оу, челы, давайте мы не будем вот это вот. Так, тихо,
экзач готова. Там еще и не только экзач, там еще мамины бусы были, оказывается, я забыл про них. Оба, тихо, двигаемся. Так, медузу мы, наверное, снимаем. И одеваем мамины бусы вместо этого. Пулестойкость дают ту же, а, нет, даже больше. Но зато радиацию от меня никакую не требует. Все, валим. Теперь нужно добежать до ЧАЕС. До перехода главное добежать. А там, в принципе, все легко будет, я думаю. Ёб твою медь, по мне с головусовок шьют. Пацаны, что делать? Ёб твою медь! Это что такое? Это снорки. Я вообще забыл про этот скрипт, потому что я редко по окраинам бегаю. Я обычно Припять пробегаю по центру. А в этот раз, видите, вынужденная мера. Ресурсы ограничены. Вал мне вообще ни в коем случае нельзя тратить до саркофага. Ну и, конечно, желательно на волкер как можно больше патронов засейвить, потому что, ну все, пацаны, вот эти вот мои патроны, это все, что у меня есть сейчас. На ЧС мне вообще не стоит ни одного выстрела делать. Ёп твою медь. Потому что на ЧС меня попустят. Найс, мансанул. Так, ну и все, мы добежали, отлично. А, нет, подожди, подожди. Мы добежали не так, как нужно. Нужно вот тут вот зайти, и будет катсцена. Ну что ж, катсцена. Ну что ж, ЧАЕС, здравствуй. В смысле? А где катсцена? Я не хочу пробегать стадион. А где катсцена должна активироваться? Тут? А, во, все. Да, на стадионе определенно творится полная жопа. Тут, конечно, ничего не скажешь. Блин, по факту у меня сейчас ЧС только спидоранит. Но если его про спидоранить, серия получится очень короткой. Поэтому хз. Так, короче, игнорируем всех. Нам, в принципе, неинтересна эта война. Тут сейчас где-то забор должен взорваться. И мы должны будем через дырочку в этом заборе пройти. Ну, я весь сам проделал. Ёб твою медь, что происходит, пацаны? Все, я относительно в безопасности. Тут можно, в принципе, пробежать спокойно. Тут мало меня кто достанет. Оу, мужик, ты чего? Ясно. Че он сказал? Квартет, я тупой? Вы слышали это? Отстаньте от меня, лалалитовцы. Хз, может эту серию финально сделать, я вот думаю. Расходую последний энергетик. И, собственно, тут у нас последний рывок. Я мансовал как бог. А почему я без броника? Вы видели? Я в куртке новичка, моделька у меня. Вот это я как бог просто. Фух, саркофаг, пацаны. Так, что у меня по хилу? В принципе, все плохо, да? Нужно захилиться. Так, выносливость мне тут не нужна. Кровотек пока что тоже сниму. Пусть будет у меня пулестойкость и два хила. Но это пока что. Сейчас отхилюсь, а потом сниму эти артефакты. Решил пока что вот такие артефакты одеть. Итак, 1000 FPS в саркофаге. Круто. Поехали. Сначала буду расходовать, естественно, Вальтер. Ну, а там посмотрим. Тайник, если что, который тут есть, экзоскелетом и прочим, не считается. Награжден будет только один. Чё, как, мужик, нормально? Ждем сейчас, чел сюда должен прийти. Возможно, его с ножа, кстати, задраконить лучше всего. Нет, он сюда не придет. Тогда я приду к нему. Ясно. Вы откуда взялись тут? Вас же не было здесь! Что? Что за бред сейчас был? Их тут не было, мы все видели. Ждем пацанчиков, короче. Пошли. Получи, вот скотина! Иди-ка, твой путь завершается. Вроде они перестали идти ко мне, поэтому одеваем пулестойкость и смотрим. Ой, мужики, здравствуйте. Так, я пробегу мимо них. Сейчас нужно вот этих челов как-то убить. А им пофиг. Норм бессмертный. Просто минус 2, вот это прикол. Так, что там, пацаны? Давайте будете сюда выходить, я вас буду убивать. Ой, а откуда сзади чел взялся? Я ж там все зачистил. Вот мне не нравятся вот эти непонятки в саркофаге. Тут постоянно доспавниваются монолитосы. Вот откуда они там сейчас взялись? Там двое или один он там стоит, я не понимаю. Но тут, в принципе, челы слабы по броне. Можно их и с волкера пощелкать. Аптечку. Все, у меня последняя аптечка осталась, пацаны. У меня 6 патронов осталось. Я не знаю, что буду делать дальше. У меня идей 0. Можно вот так вот сделать, чтобы радиация меня сильно не долбила. Готов. 3 патрона. Что делать? Я еще и урон получил. Зачем я это сделал? Пошел нафиг. Все, тут все. Остались челы там. Что с ними делать, я хз? Можно попробовать с ножом поработать. Найс, зашел чел. О, он залагал. Это нечестно. Можно сейчас, короче, после загрузки сразу, когда он перезаряжается, убивать его. Готов. Ну что ж, отлично. Продвигаемся. Лестница. Как лестницу проходить, я не знаю. У меня 0 идей. Просто 0.
ко мне. Почему ты отагрился? Зачем? Так не троллят. Ну блин, ну капец, ну у меня был шанс. Я теперь перезагрузился, и они отлагали. Они теперь умные, они будут стрелять по мне. Пока что сниму пулестойкость и буду хилиться. О, они там все наверху, как мило. Как мне проходить это? Чмырина. А, и опять сзади чел заспавнился. Гениально, гениально просто, браво. Откуда ты тут взялся, никто об этом не знает. А может это тот чел... Нет, это тот чел, которого я сейчас мутузил. Он провалился, короче, сквозь один уровень, как вы поняли. И заспавнился у меня. Ну слушайте, тогда мне это на руку. Так, слушай, если я перезагружусь, тот чел с голосовкой тоже внизу появится? Давай посмотрим. Нет, не появился. Паскуда. Ну чел с голосовкой сам по себе тупой какой-то. А я еще тупее, убить его не могу. Ты пушку убери, тогда и разговор будет. Че не стоят тут все? Ничего, не уйдешь. Так, подожди, давай попробуем. Слушай, отличный план. Так, одиночный режим ставлю, чтобы больше патронов не просрать. Короче, нужно чисто монолитовцев ваншотами убивать, иначе нас не устраивает убийство. Последний чел остался, прикиньте, я прошел саркофаг. Офигеть. В принципе, его можно с ножа даже уработать вполне. Все, готово. О май гад, саркофаг пройден, пацаны, шок. Я думал, я не пройду. Ну что, ребятки, к исполнителю? Ладно, шучу. Идем на истинную. Так, открыть. Блин, сейчас, наверное, монолитовцы будут переть на меня, да? Ну, можно, в принципе, просто заныкаться и сидеть. Их там все больше становится. Один, два. Ой, все, началось. 5 секунд осталось. Я побежал. До свидания. Собственно, бункер управления монолитом. Не думал, что я сюда так быстро дойду. Но, видимо, так предначертано судьбой. Поехали. Сюда сразу ныкаемся. И поджидаем мудачков. С ножом? Чи не? Не знаю. Не, наверное, на бункере я уже не буду экономить. Будем убивать. Че, я выжил? Точнее, я прошел? Кажется, да. А, нет, подожди. Мужики, а вы потерялись? Ребятки. Выйдите отсюда, разбийники. Все, вышли. Выгнал я даже их, я бы сказал. Так, все, минус кровотек. Что ж, у меня осталось 6 патронов в вале, 1 аптечка, 9 антирадов, и мне с этим предстоит проходить телепорты. Да, у меня еще есть экзач, а тут у меня что-нибудь есть, тут у меня тоже 0 патронов. Ну, короче, пацаны, ГГ. Я не знаю, как сейчас буду телепорты проходить, только разве что пробегать. Как их пробежать с одной научной аптечкой, без понятия. В общем-то, давайте разбиваем эти прикольчики и, собственно, кайфуем. Ко мне много вопросов. Задавай их, а потом мы решим, что с тобой делать. А, давай, пососи. Ну чё, пацаны, телепорты? Все, последний рывок. Я не знаю, как сейчас буду проходить. У меня вообще, ну, у меня нет представлений. Наверное, нужно сбрасывать экзач и пробегать. Но как это сделать? Ну, тут ускоряемся по-любому. Давайте, до связи, пацаны. Одеваем экзач, чтобы меня не пробили в случае чего. Короче, буду снимать и надевать экзач. Как самый умный человек на свете. Тут еще и все трясется. Так, мне, наверное, можно вот это снять, а вот это одеть. Воу, мужики, у меня один вопрос, что за херня? Бля, а как я до этого с оружием поднимался? Сейчас я не могу с оружием подниматься. Ну вот я сникался, допустим. Отлично, сникался. Проклятие. Я его не снял, серьезно. Ну и все, у меня, пацаны, нет оружия, как вам? Как проходить? Это все, это непроходимо, понимаете? Я ничего не могу тут сделать. Вот так тебе, мудак, понял? Все, у меня нет оружия. Прощаемся. Но стоят, пасут меня 3 человека на лестнице. Вот что вы мне предлагаете с ними делать? Как обычно, ножом я ни до кого дотянуться не могу. Аптечку юзать не хочу, потому что, мне кажется, она пригодится в другой ситуации. Давай, спину держу!
хорошо, что NPC тут тупые. Просто шедевр. Все, ждем, хилимся. Ну а что еще остается делать? Там, короче, внизу пацаны скопились, и теперь меня пасут. А мне, кстати, к ним вниз спускаться. Вот вам интересный факт. Но вообще, мне по факту на ту теплотрассу надо, получается. И вон в тот телепорт. Не знаю, как тут заспидранить. Можно, конечно, попробовать как-нибудь, я не знаю. Там мудак с голосовкой стоит. Но меня пока что никто не палит, это можно использовать. Ладно, я снял броник. Попытка не пытка. До связи, мужики. Где мой бенгальский огонь? Выносливости не хватает, переждем. Так, впереди враг. А вот это вот уже очень плохо. Пфф, найс, улетел. Вот так и помер меченый. О, пацаны. Вот это смекалочка. А я смогу тут еще перепрыгнуть? Не знаю. Привет, друг. Им пофиг на меня. Дружище, я не могу перепрыгнуть, так бы я дал вам по щам. Ловушка Джокера, идите сюда. Нет, они будут там стоять стрелять. Мужик, я тебя сейчас достану. Да чё, я вак зачем, мне пофиг. Все, бежим. Воу, мужик, давай. Тебе тут не рады. Так, ныряем, супер, где я? Я на расстреле у пацанов, супер. Так, я вак зачем, что делать, куда бежать? Я думаю, лучший способ сейчас будет оббежать просто вот так вот вокруг. Главное, чтобы сейчас по мне никто не попал. Отличненько. Ну и вон он, тот телепорт, который мне нужен. Пацаны промахиваются, супер. Так, пройдено, теперь тут. Тут я не помню, что надо делать. А, вспомнил. Давай пока что экзач оденем. Тут, в принципе, можно, кстати. Воу, а по мне-то шьют. Не, ребят, тут не получится пешочком. Так, вот тут можно как бы посидеть, порегениться, я думаю. Хотите прикол? Там стоят пацаны, целятся в меня, ну как бы не в меня. Вон там, судя по всему, сидят сейчас монолитовцы, потому что я слышу их. А мне нужно залезать на эту лестницу. То есть они сейчас меня слева будут свинцом поливать. Мне нужно как-то их отогнать туда, чтобы они свалили. И тогда я там, по-моему, по правой стороне смогу безопасно пройти. Давайте попробуем. Мужики, здравствуйте. Да им вообще... А, нет! Им есть до меня дело. Все-все, валю. Ну, слушайте, даже не бегом. Так, где я? Кто я? Понял. Я опять на этой херне, мне вот сюда. Там сейчас снорк будет. Ну, снорк, в принципе, не страшно. Ну, чё, я могу утешить себя. Я почти прошел. Мы уже, наверное, половину телепортов прошли. Чё, обосрался? Читы вырубай. А я могу его ударить? Я пытаюсь его поймать тайминг и по голове ему ударить. Но что-то не получается. Как вам убийство? Чё тут? Ничего, ладно. Воу, мужик. Не вздумай доставать эту штуку, которая у тебя за спиной. Внимание, давай, спасибо за внимание. Так, куда дальше? Ой, привет. Он какой-то туповатый, если честно. Так, ну ладно, тут телепорт легкий вроде бы. Вот последний телепорт я хз как проходить. Нет, там в принципе можно заспидоранить спокойно. Так, Снарченский, давай, пока я прыгаю. Не люблю этот телепорт. Тут сейчас мудак заспавнится, да? Или нет? Нет, серьезно? Ладно. Он тут сейчас пробегать, по-моему, надо будет жестко. О, мое любимое место. Мой любимый паркур, новое движение. Так. Оба. Нас не догонят, в нас не попадут. Понятно. Это был почти идеальный паркур, но в конце я все зафейлил. Так, там еще мудак. Да, блин. А можно как-то без тех боковых приколов? Не, по-моему, нельзя тут чисто так паркурить. Найс. Найс. Сохраняемся. И бежим отсюда нафиг. Не знаю, предпоследний это телепорт или нет, но, по-моему, я уже прям совсем близок к финалу. Оу, мужики. Я ж свой, вы че? Вот как с ними сейчас разбираться, я не знаю. Вы зачем попробовать зайти? Давай попробуем. Огонь. Мансуем. Сегодня мы с тобой мансуем. Смотрите, как я мастерски мансую. Они едва попадают. Минус один. Продолжаем ансовать. За что? Тут однозначно бежать. И... Ой, нет, это все еще не финал. Но тут, в принципе, тут можно даже поубивать попробовать. Ну, вроде это вот точно предпоследний должен быть. Я, конечно... А, нет. Еще сейчас будет... Да, вот этот телепорт. И потом вроде последний. Типа тут сейчас будет телепорт в бункер Сидрич и финальный телепорт. Но я точно не помню. Но я очень на это надеюсь. Так, мне тут нужно сейчас поубивать будет челов, вероятнее всего. Но как это сделать? Лады, я прикрою. Прикрывай, дружище. Так, ну я ныкаюсь от них, что тут еще сказать. Ой, там еще впереди пацаны появились. Так. Ящики, спасайте меня. Привет. Как перезарядка? Думаю, нормально. Здорово, классная G36. Ну вот он, телепорт к Сидору с черепами. Меченый? Какого черта?
К сожалению, мне нечем было его подстрелить, чтобы сработал баг. Так, это все еще не последний телепорт. Да сколько мы... Или последний, подожди. Не-не, это херня, это не последний. Честно, вот очень быстро, ну не быстро, но просто молюсь, хочу закончить игру. Потому что то, чем я сейчас занимаюсь, то, что я уже прошел, ну это капец, конечно. Мужику, видимо, вообще нет дела до меня. Мужики, а по сандалям тебе, а? Чем я занимаюсь? Мочи его, попасть не может, бедняга. Ой-ой-ой-ой-ой, я хилиться, пока. Можно попробовать пробежать, в принципе. Правда, нужно сделать так, чтобы по мне ни разу не попали. И нужно вот тут запаркурить. Оба, переиграл. Так, а это последний? Да, ребят, это последний. Последний телепорт, последний рывок. Ну что ж, предлагают хилиться и красиво проспидоранить. Там сидят два снайпера, один с голосовкой, другой с пистолетом. И оба меня не видят. Оу, мужик. Мужик, мужик! Какие же они тупые просто. Да пошли вы нахер. Я не сдамся ни за что. Я буду вас топтать, вы поняли? Не, ну я близок к финалу, как вам? Так, ну что ж, друзья. Финальный рывок, поехали. Да! Я не знаю, правильно я поступил или нет. И, наверное, никогда не узнаю. Но я сделал выбор. Надеюсь, он был верным. Капец. Пацаны, просто капец. Я не знаю, что еще сказать. Большое спасибо всем за просмотр данного прохождения. Если вам оно понравилось, не забывайте ставить лайки, подписываться на канал, если тут впервые, прожимать колокольчик, вступайте в мою группу ВКонтакте. Сразу скажу то, что прохождение Чистого неба на тайниках и Зова Припяти на тайниках вторых сезонов не будет, потому что, ну, смысла в этом нет. Чистое небо я прошел, там всего одна концовка, я прошел его как надо. Можете посмотреть, там прохождению всего год. И Зов Припяти я тоже прошел на самую лучшую концовку. Второй раз не вижу смысла перепроходить. Тут-то была цель именно пройти на истину. Потому что в первый раз я прошел на ложную. Как-то так. Это был, наверное, мой самый сложный финал. Не припомню сложнее. Возможно, и были сложнее, но я реально сейчас тут не вспомню. Я максимально сейчас напрягся. И это было жестко. Ну ладно, все. Большое спасибо всем за просмотр. И покедово.